Итак, чтобы сделать нам чугунную батарею, превратить в золотую, понадобится нитролак и серебрянка, бронзянка такая, такой порошок золотой. Разводил я его на литр лака, 200 грамм этой серебряночки. И красил два раза. Батарея уже, докрасил ее давно, 4 года назад. Но, как видно, ничего не облущилось, ничего не подпадало. Так что, если есть желание чугунную старую белую батарею превратить в золотую, можно воспользоваться таким способом.